Всем здравствуйте! Давно-давно мы с вороном не были в лесу, маленько были заняты. Вон вижу два гриба. Один вроде несъедобный, один съедобный. Хотя может это подосиновик. Лес напополам осиновый, напополам березовый. За грибами мы еще отдельно, наверное, съездим. Сейчас проедем, в разведке посмотрим, что да как. А едем с вороном. Соль мы, в общем, везем. Очередной солонец надо нам сделать скоро. Уже желатинная активность к соли, по моим наблюдениям, появится. Так что на перспективу пусть будет. Два в этом году я уже делал, но не снимал. Что там особо снимать? Соль высыпали, дальше поехали солим старым проверенным своим способом на землю либо пенечек. Вот так вот тут что будет, может до вечера поезжу. Сейчас еще дело к вечеру, день такой немного какой-то пасмурный. С утра солнышко светило, жарко было. Тут, видимо, кобан ходил, что-то искал, что-то копал. А сейчас то ли дождик собирается, то ли дождик не собирается. Вон тут уже мухоморы переросли после первого дождя, наверное. Ой, что я начал так говорить, а? Если получится, до вечера останусь. Вон, что-то чихает. Может быть, кого еще и поснимать получится. Так что вот так вот. Все у нас с вороном хорошо. Скоро на утиную охоту пойдем. 21 августа. Вот так вот. Вот у меня ворон там. Травку кушает. Вот такое место я выбрал. Вот тут тропа идет. Вон там должны быть тропинки, сейчас еще похожу. Ну, либо туда в левый угол уйду, либо вот у того дерева, наверное, засолюсь. Так что вот так вот тут. Козлик один сейчас лаял. А, кстати, я же еще что, я же поехал-то. Есть у меня. Нервы им трепать, новая дудка. Вот такая. Дудит прямо. Собаки у меня с будки. Кто вылазит, кто прячется. В общем, дудит по-разному. Как обычно. Как дунешь. Вот тут так вот все расходится. Значит, солим где-то здесь. Чтобы на дерево хоть. В общем, будем сегодня тестировать новую дудку. Вот это вот место между березок мы сейчас соль насыпем, и все будет хорошо. Ну все, одно дело сделали. О, рюкзак сразу легенький, спина, наверное, сейчас даже просохнет. И вот тут вот, вот на две тропинки рассыпал. Спасибо одному зрителю, который мне 3 года назад посоветовал солить именно землю, и именно по этой причине. Так что все это работает действительно очень хорошо, ни на одном солонце проверено. Так что сюда мы теперь только весной с вороном, наверное. Ну, если так, еще по снегу заедем, поглядим. Вот так вот тропинки, да, ворон? Вот красавец. Ворона 2 недели. Тут в деревне подружки гуляются, так что он... У него все хорошо. Сегодня мы были с утра. До этого ездили по вечерам. Так что не выбраться никак. Сегодня у нас вечер свободен. Завтра мы на вечер договорились опять. Ну все, теперь до косуль.
Да, портить психику им следующий фрагмент будет. Ну все, дальше пешком. Ножками. Понаблюдаю. Такие дела творятся. Похоже, большие дяденьки обижают маленького. Пытают. Где, говорит, мамка? Где мамка? Сейчас подойду поближе маленько. Ну, трое против одного. Так, ребята, уже нечестно. Хотел малышу помочь, как он их сам прогнал. Сейчас бы мы ему шансы-то уравняли. Но мама его я по-прежнему не вижу. Возможно, они маму прогнали. Три лба как-никак все-таки. И козленочек потерялся. Кто знает биологию этих животных? Комаров сегодня много. Давно не было в лесу, непонятно. Я тут пока ветки ломал, нашумел. Козленок, похоже, движения мои заметил.
А может, не мои. Ничего пока не понятно. В общем, один что-то увидел и за кем-то побежал. А вот мама, егоная козленка, оказывается, пряталась в кустах. Сейчас те два, наверное, тоже увидят. И такой, короче, свалил от тех без палева. А те так козленка там мучают, гоняют. Второй гоняет козленочка. Козленок еще сам, видимо, там тоже пристает. Со всех сторон лезет. Мама егоная. Это тут третий козел в кустах. В общем, эти тоже что-то не поделили. Начали носиться друг за другом. Уперли в кусты. И все. Этот все не нашел козу. Или все у них получилось, пошел обратно. А там уже никого нет. Не понять, как мой новый монолог действует. Те два уже вон угнали метров за 400, наверное. В общем, пробуем старый проверенный.
Не понять, что не работает. В чем причина? И этот так с ним и быкается. Ладно, пойдем тогда дальше. Ну что я скажу? Животных же я люблю, особенно маленьких. Ну все, теперь он кушает спокойно. А маленький не растет, потому что они его обижают. Кажется, я нашел папку тех козликов. Хотя рога так себе, но он здоровый. Кого-то увидел там, мне не видно там кусты, но там еще есть козел. Однозначно. Хотя такое с лосем может пободаться. Попробую позицию сменить. Вышагивает. Позицию менять не успеваю. Тут другой козлик. И он явно зашел на территорию вот этого. Что сейчас будет, непонятно. Вот размер. Два раза. Практически. Уши прижал, психует. Конь у меня так же делает. Еще копытом бьет. Не, ну ребята, тут разные весовые категории. Все, разошлись миром. В общем, угнал он его куда-то, или туда, или туда. Большой, молодого, ну, которого поменьше. Время ровно сколько-то там часов. Сейчас посижу минут 30, проверю теорию, выйдет ли он обратно своим следом или нет. Сзади коза, откуда шел, который поменьше, ходит в конце поляны. Территория. Нет, моя теория не работает, оттуда идет коза. Я уже думал, все, Мишка все знает про косуль. Нифига, оказывается, еще не знает.
движение, и снова коза. Молоденькая. Всех разогнал мне. Прошло 16 минут. Косуля. Коза. Да понять не может, что произошло, но идет по диагонали ко мне. Куда-то убежала.